ребята, трудные рабочие дни закончились, в принципе, как и морозы. А значит, что это самое время посетить парк чудес Dreamland, парк волшебных и очень страшных картин. Танка летала в Париж. А я что, хуже, что ли? Ну ничего, не повезло в любви, повезет в другом. Кстати, это тот самый павлин с карнавала, но он не выдержал минских морозов и замерз. Знаете, что в ботаническом саду сейчас проходит фестиваль, выставка ледяных фигур? Чем плохо Dreamland, парк волшебных фонарей? Тут даже представлены все культуры средневекового периода. Белка, желудь, сив и даже этот тигр со страшной мордочкой. Что, одиноким, что ли, света не дарят? Спасибо тебе, спасибо. Фу. Ой. Знаете, хоть я приехала сюда, уставшая после работы, но даже в одиночестве очень приятно погулять в парке волшебных фонарей, расслабиться. Прям хочется счастья. Научиться играть на пианино.